это просто детская игра. Не стоит волноваться. Что значит не стоит волноваться? Я не хочу, чтобы Эрит играла в такие игры. Ладно, ладно, я с ней поговорю. Если ты хочешь выпить или поесть, только скажи. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то другое. Они обосновались с нами. Как бы там ни было, коллегия выстоит. До встречи. Коллегия — это сокровище Скайрима, хотя некоторые предпочитают не замечать и не ценить их. Это просто дед... игра. Не стоит волноваться. Маги не допускают нас. Что значит не стоит волноваться? Говорят, что там опасно.
Много знаний ждет тебя в ее стенах. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Угу. Как ты это делаешь? Как бы там ни было, коллегия выстоит. Ладно. Что это было? Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Как бы там ни было, коллегия выстоит. Поговори с Мирабеллой Эрвин. Ее покои в зале поддержки. Но найти ее можно где угодно. Она мастер-волшебник. Глава коллегии архимаг Аарон. Но на самом деле всем заправляет Мирабелла. И тебе стоит помнить об этом.
Конечно. Заклинания школы разрушения делятся на несколько групп, и каждая из них подходит для определенной цели. Заклинания сосредоточения могут применяться без подготовки, но при этом они слабее обычных. Они хорошо подходят в сложных ситуациях и обойдутся не так дорого, если ты промахнешься. Также стоит решить, посвящать ли себя какой-то одной стихии магии. К примеру, если изучать лишь огненные заклинания, то ты станешь мастером этой стихии, но при этом можешь оказаться в опасной ситуации, столкнувшись с врагом, у которого иммунитет к огню. Мы единственная оставшаяся группа в Скайриме, изучающая тайные искусства. Есть, конечно, и другие ученые, но они работают поодиночке и часто вынуждены скрываться. Мирабелла будет тебя ждать. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Письмо. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Осторожней, что ли? Как бы там ни было, коллегия выслала. Ты здесь недавно, да? Мы еще не общались. Тогда позволь представиться. Я Савос Арен, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Предназначение? Полагаю, оно очевидно. Магия — могущественная сила.
а не пугало для простолюдинов и игрушка для политиков. Магия создает миры, дарует рождение и смерть. Она заслуживает уважения и тщательного изучения. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии, не отвлекаясь на трудности повседневной жизни. Самые ранние документы, что я видел, датированы концом второй эры. Что было раньше, трудно сказать. Боюсь, события последних столетий стоили нам значительной части нашей истории. Великий обвал, как его теперь называют. Ужасная природная катастрофа, опустошившая эту местность. Коллеге повезло гораздо больше, чем Винтерхолду, но и нас это событие затронуло. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии. Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной горы, проявившее себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. Море призраков как будто ожило. Никто этого не ожидал. Чудовищные волны накатывали на берег неделя за неделей. Винтерхолд был городом древним и хорошо укрепленным, но даже ему было не под силу устоять перед яростью морских волн. За одну ночь в воду погрузилось несколько кварталов. Со временем море успокоилось, но ущерб был слишком велик. Многие жители Винтерхолда покинули то, что осталось от города. А коллегия выстояла и стоит до сих пор. Теперь прости, мне пора. Это заклинание, которое блокирует... То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни. А то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Вы, наверное, привыкли, что Империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения Архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность Архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Я все еще здесь. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Ладно, понятно. Я прямо за тобой. Я останусь тут и буду ждать во всеоружии. Мы выступаем? Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Ладно, понятно. Что-то еще? Ну что, выходим? Как скажешь, Тан. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. Добро пожаловать в коллегию. Опять ученики. Удивительно, в последнее время столько новеньких приходит. Итак, сначала тебе нужна одежда. Носить не обязательно, но, может, она тебе понравится больше, чем то, что на тебе надето. Я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится, а потом пойдешь на первый урок. Ну что, начнем?
Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Гейвентерхолда существует в Скайриме на протяжении многих тысяч лет. Ее зал стихий очень знаменит. Это главное помещение для лекций, практических занятий и общих собраний. Арканиум находится над залом, а еще выше апартаменты Архимага. Формально он заведует коллегией, однако он очень занятой человек, так что ежедневными делами занимаюсь я. А теперь прошу, я покажу тебе общежитие. К сожалению, нам приходится придерживаться строгих процедур допуска из-за некоторых проблем с местными нордами. Мы не ждем настоящего нападения, но быть готовыми к нему никогда не помешает. Наши новички живут здесь, в зале одобрения. Я очень прошу тебя не повышать голос в помещениях, поскольку другие, возможно, в это время работают над исследованиями или сложными экспериментами. Теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Здесь ты будешь жить. Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь мы вернемся в зал стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Принимаешь предложение? Хорошо. Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Толвдер, по-моему, уже произносит речь перед новичками. Иди туда, и если у тебя возникнут сложности, сообщи кому-то из старших. Прошу, обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Никто от тебя ничего не ждет.
Коллегия служит для того, чтобы свободно изучать и практиковать магию. Мы лишь надеемся, что обо всех открытиях, что ты сделаешь, первыми узнают другие маги коллегии. Тогда мы все окажемся в выигрыше. Ну, это зависит от того, что тебе нужно. Фаральда обучает заклинаниям школы разрушения, а также помогает улучшить уровень владения этой школой магии. Финис – один из лучших колдунов в Скайриме и может помочь с заклинаниями школы колдовства. Не позволяй внешнему виду Толфдера обмануть себя. Он признанный мастер школы изменения, один из лучших в Тамриэле и всегда рад передать свое знание другим. Если тебе удастся отыскать Древиса и привлечь его внимание, он сможет обучить тебя очень многому из сферы иллюзий. Наконец, есть еще Калетта. С ней иногда сложно найти общий язык, но она обладает обширными знаниями школы восстановления. Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Моя работа как раз заключается в том, чтобы все шло гладко. Я тебя прикрою. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Ладно, понятно. Что-то еще? Я все еще здесь. Хорошо. Что именно? Что тебе нужно? Что-то еще? Мы выступаем? Как скажешь, Тан. Я буду защищать тебя ценой своей жизни. То не секрет, что репутация коллегии в Скайриме оставляет желать лучшего.
Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Ой, не слушайте ее. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомо заклятие обереги? Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. Теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Стой смирно. Великолепно! Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству. С некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо.
из немногих мест, где ты действительно можешь... Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Основная особенность оберегов в том, что для их зарядки нужно время. Не слишком много, но нельзя создать оберег, когда в тебя уже летит огненный шар. Кроме того, если вражеское заклинание не разрушит оберег, он перезарядится через несколько секунд. Просто соблюдай осторожность. Создание оберегов требует постоянной концентрации, так что в один момент ты можешь обнаружить, что твои запасы магии полностью иссякли. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Ладно. Я... Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами, за всеми вами, очень и очень внимательно. Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество с вашей коллегией. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Теперь, когда в отношениях между Доминионом и Империей наступил период стабильности, мы хотим лишь добра Скайриму. Мы хотим помочь его жителям преодолеть переходный период, указать им путь к лучшему будущему. Теперь, когда в отношениях между Доминионом и Империей наступил период стабильности, мы хотим лишь добра Скайриму. Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Но магия... магия везде одинакова. Ты здесь недавно, да? Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях Школы Разрушения? Да ну, это разочаровывает. Царга надеялся, что хоть кто-нибудь сможет угнаться за его достижениями. О да, Джзарга надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. О, ты ошибаешься. Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине. Ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. Маги всеродили только и думают о политике. Синод и Лига Шепотов слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься еще и обучением. Зарга не слишком рвался именно в Скайрим, но Винтерхолд не вмешивается в политику и занимается именно обучением. Здесь Зарга станет великим. Зарга уверен в себе не просто так. Магическое искусство... обаяние и сильная воля. Царка достигнет успеха, в этом нет сомнения. До встречи. Коллеги, недавно здесь, да? Приятно увидеть сородича Норда. Боялся, что я буду один такой. Здесь почти не ощущается, что ты в Скайриме. Ты будто бы отрезан от остального мира. Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело.
Они думают, что магия для эльфов, для слабых. До встречи. Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Но магия... Норды не доверяют магии и магам. Это серьезно осложняло мое детство. Я знаю, что он из Талмара, и что тут он якобы просто советник. Знаю и то, что по-настоящему никто ему не верит. Так что просто стараюсь не попадаться ему на глаза. Ну, все довольно очевидно. Норды вообще не доверяют магии. Начнем с этого. А потом еще кризис Обливиона, который вызвали маги, и нынешние проблемы с талмарцами, эльфами и по совместительству магами. Наконец, не забывая о том, что когда большая часть Винтерхолда обрушилась в море, уцелела только коллегия. Благодатная почва для ненависти. Совсем нет. Это настоящее счастье. Моя семья была убеждена, что если я сюда приду, то подпишу себе смертный приговор. И даже хуже. Мне пришлось годами их уламывать, что моя судьба здесь. Совсем нет. Это настоящее счастье. У большинства местных очень нелицеприятное мнение о коллегии и о тех, кто здесь обучается. Пусть не все скажут это открыто. Коллегия в Скайриме что-то вроде диковинки. Норды не слишком тепло относятся к магии. Я лучше Тарга пойду. Тарга отправится в любое место, где сможет научиться новому. Пусть даже в сам Обливион. Я думаю о множестве важных вещей, и тебя среди них нет. Thank you.
Винтерхолде проживало множество моих сородичей. И нет, меня не смущает, что теперь они все уехали. Еще вопросы есть? Мне постоянно задают одни и те же вопросы. Я хочу учиться, а не рассказывать о себе снова и снова. Прошу прощения, я ошиблась. Да, особенно ничего. Только что он очень-очень древний. Думаю, это был один из первых городов людей в Тамриэле. Лично мне совсем не нравится, как он на меня смотрит. Как будто ждет. То ли пока я взорвусь, то ли пока попытаюсь его убить. Но он явно никому из нас не доверяет. Ладно.
Коллегия всегда будет на твоей стороне, что бы ни случилось. Мы всегда поддерживаем друг друга. Нас очень интересует сила магических печатей на местных гробницах. Мы раньше ничего такого не встречали. Все, что только может пригодиться. Поэтому мне и нравится это место. Мы понятия не имеем, что тут найдем. А если при этом мои предостережения об опасности магии дойдут хотя бы до нескольких учеников, тем лучше. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Я все еще здесь. Как скажешь, мой Тан. Самых ранних нордских поселений в Скайриме. Сам разграблено эльфами во время знаменитой Ночи Слез. О том, что случилось в Сан. Кто знает, что мы можем найти здесь. Для нас это удивительная возможность прикоснуться к истории. Не думаю, что нам тут место. Это ведь лучше, чем просто сидеть. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнелу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим, чем займутся остальные. Бери. Инна, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Что-нибудь, что должно было бы отваживать отсюда людей. Не трогай их, только найди. Итак, господа и дамы, вперед! Но будьте осторожны. В этих развалинах нашел лишь пыль. Думаешь, тут есть сокровища, которые сделают Шзарга могучим волшебником? Потому что Толфтер велел. Он говорит, что здесь есть вещи, требующие изучения. До встречи.
Представляешь себе, каково было жить здесь столько веков назад? Первые люди в Тамриэле. Интересно, всем нравится шагать по костям своих предков? Нет. Я уверен, что власти не разрешали никому тут копаться. Наши предки заслужили мир и покой. Надеюсь, мы сможем узнать что-то полезное. Например, как древние норды использовали магию. Или даже, что тут вообще случилось. До встречи! Интересно, всем нравится шагать по костям своих предков? Смотри по сторонам! Интересно. Всем нравится шагать по костям своих предков? Магии. Подумать только. Мои предки уничтожили дома предков Онмунда. Столько крови пролилось. С чего бы? Потому что это старые развалины и тут полно мертвецов? Тебе явно не доводилось бывать в Моровинде. Ладно. Нужно быть осторожнее. Здесь не слишком-то безопасно. Вряд ли мы тут что-то полезное найдем. Что? Ах, да, ты! Я тебя помню. Ты собираешься помочь? Хорошо, просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Просто собери остальные магические артефакты, а я занесу их в каталог. Он задавал чересчур много вопросов о моих исследованиях. Мне кажется, талмарцы пытаются украсть плоды моих изысканий. Разумеется, я ничего ему не сказал. То, чем я занимаюсь, слишком важно. Об этом не следует никому даже заикаться. Ага. Что это еще за грохот? Все в порядке? Как же это могло случиться?
правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Это как-то связано с амулетом. Интересно, какой эффект будет у твоих заклятий? Зачем тут печать? Что это за место? Не знаю, чего нам тут ждать. Нужно быть начеку. Подожди, Банан, не послушай. Знай, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя ждут. Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит Орден Синьиков. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь. В тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Группа магов, которая существовала еще до Империи. Очень могущественные, очень скрытные. Их уже лет 100 никто не видел.
Они исчезли вместе со своим святилищем на острове Артею. Понятия не имею, как они связаны с этим местом. Не имею ни малейшего представления, но это потрясающе. Если это правда, конечно. Остров Артеум исчез сотни лет назад. И после этого об Сиджиках не было никаких вестей. Но теперь они вдруг связались с тобой. Это так интригующе. Как минимум, это можно считать комплиментом. Псиджики всегда вели дела только с теми, кого считали достойными. Ладно. Нужно быть готовыми защищаться. Это просто поразительно. Это просто поразительно. Нужно быть готовыми защищаться. Кто? Кто здесь? Значит, не показалось.
подобного в русских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. В жизни не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Нужно быть готовыми защищаться.